Сегодня мы познакомимся с еще одним служением исцеления, служением Джона Лейка. Он родился в марте 1870 года в Канаде. Несколько канадцев стали большим благословением для Соединенных Штатов. Среди них Эмми Макферсон и Джон Лейк. Они приехали в нашу страну и стали огромным благословением для нее. У Джона Лейка было 15 братьев и сестер. Я всегда удивляюсь тому, какие тогда были большие семьи, из которых вышли многие великие служители. У Джона Уэсли было 19 братьев и сестер, у Лейка было на 2 меньше. В 16 лет он оставил Канаду и переехал на север штата Мичиган. Лейк часто вспоминал свои детские годы. Когда речь заходит о детстве, на ум обычно приходят дни рождения, друзья, школьная жизнь, игры. Воспоминания Лейка были очень печальным. Он вспоминал только врачей, больницы, сестер, лошадей, гробы и кладбища. Я бы не назвал эти воспоминания счастливыми. Ему на ум приходило только это. Над семьей Лейка тяготело проклятие, разрушавшее здоровье его предков и родственников. 8 его братьев и сестер умерли, а другие 4 были тяжело больны. Впоследствии оставшиеся 4 тоже тяжело заболели. В детстве он видел, как все члены его семьи постоянно нуждались в лечении и помощи врачей. В октябре 1891 года он решает пойти учиться в школу служителей. Он поступил в учебный центр методистов, который успешно закончил. Но вместо того, чтобы начать свое служение, он решил открыть свою газету. Я не знаю, что с ним случилось. Возможно, школа не слишком вдохновила его. Я надеюсь, что когда вы поступаете в библейский колледж, вы должны выйти оттуда крепшими в вере и готовыми идти, хотя вам будет нелегко начать собственное служение, если никто не предлагает вам места. Вам придется начинать на голом месте. Он вместо этого решает открыть свою газету, Харви, в Харви, штат Иллинойс. Она называется «Гражданин города Харви», которая выходит и ныне. 5 февраля 1893 года он женится. Его жена стала для него незаменимым помощником в служении, особенно после их переезда в Южную Африку. В 1896 году его жену начал атаковать демон, угнетавший всех его братьев и сестер. Доктор сказал, что она больна неизлечимой болезнью, и Лейку придется жить с больной женой, которая вскоре умрет. Изучая его историю, я обнаружил, что его брат был инвалидом 23 года, а у его сестры было 5 злокачественных опухолей на левой груди. В итоге Лейк пал в депрессию, размышляя над тем, почему все это происходит в его жизни. Но он получил хорошие новости о человеке из Чикаго по имени Доуи, о котором уже говорили в то время, и которого мы изучали в этом цикле занятий. Он слышал, что этот человек обладает силой исцелять. Он исцелял больных, избавляя от любых заболеваний. Лейк слушал об исцелении колена племянницы Линкольна, об исцелении племянницы Билли Буффало. Эти известия распространялись через газеты. На тот момент популярность Доуи была в самом расцвете. И Лейк телеграфировал Сион и попросил Доуи: «Помолитесь за мою жену. Врачи говорят, что болезнь неизлечима, и она скоро умрет. Мы слышали, что вы можете кое-что сделать». Доуи ответил: «Я помолюсь, и она получит исцеление». А так и произошло. Доуи помолился, и болезнь оставила ее. И Лейк подумал: «Через этого человека моя жена получила исцеление. Покажу-ка я ему своего брата и 2 сестер». Он привез своего брата и сестер в Чикаго, затем в Сион и попросил Доуи помолиться за них. Доуи возложил руки на брата-инвалида. Тот встал и начал самостоятельно ходить. В тот день он прошел целую милю. До этого он проходил только 15 шагов, и это было уже большим достижением. Но в тот день он был исцелен и прошел целую милю. Сестры также получили исцеление. Так вся семья была исцелена. Его жена, сестры, его брат мог теперь самостоятельно ходить. Новости стали распространяться, и друзья говорили об этом.
видя этих людей полностью здоровыми. Друзья и родственники стали рассказывать новости своим друзьям и знакомым. И вскоре люди стали стучаться домой к Лейку и говорить: «Ваша жена исцелилась, ваш брат исцелился, ваши сестры исцелились, помолитесь за мою жену, и она исцелится. Помолитесь за моего соседа». Очень скоро люди стали приходить к нему домой, говоря: «Помолитесь за мою жену, за моего ребенка, помолитесь за них». И так Лейк был как бы вынужден встать на служение исцеления. Некоторые люди желают того же. Многие оставляют это служение. Некоторые люди имеют неправильные мотивы, находясь на этом служении, стремясь к уважению и популярности. Лейк же был буквально вынужден стать на служение исцеления. Он понимал, что не имеет достаточного знания для успешного служения. В методистском учебном центре не давали знания об исцелении, и он решил сделать шаг веры. Он забрал свои вещи, продал свой дом и переехал в Сион, штат Иллинойс, чтобы стать частью служения Доуи. В 1901 году Лейк переехал из Мичигана в город Сион и стал одним из пресвитеров церкви Доуи. Это аккурат было время, когда Доуи начинал заблуждаться и начал думать, что он или я восстановитель и первый апостол, и начал говорить неправильные вещи. Но у Лейка, работавшего с ним, была способность отделять правильное от неправильного, принимать хорошее и оставлять дурное. Иногда молодые христиане способны замечать ошибки и сами имеют внутреннее знание и могут отделять хорошее от дурного. Многих людей в тот период времени коснулось служение Доуи, и Лейк был одним из этих людей, чье служение родилось в церкви Доуи. Когда Доуи дошел до крайности, у него появились финансовые затруднения, Лейк переехал из Сиона в Чикаго и стал бизнесменом и получил место в Совете промышленников Чикаго. В то время у него в банке лежало более 100 тысяч долларов после заключения им нескольких сделок. Тут мы видим его умение быстро зарабатывать деньги. Он был умелым бизнесменом, и из его прошлой жизни мы видим, что он был основателем газеты, агентом по продаже недвижимости, христианским служителем, а теперь бизнесменом. Теперь он вернулся в мир бизнеса и за короткий срок смог заработать 100 тысяч долларов. Помните, что это шоу 1904 год, и 100 тысяч долларов равнялось бы сегодня одному миллиону долларов или около этого. Живя в Чикаго, Лейк получал зарплату 50 тысяч долларов в год. Не забывайте, что это было в 1904 году. Он начал работать в одной компании, которая приносила очень хорошие деньги. В нем видели способность быстро добиваться своего. Люди верили ему, и он быстро заключал сделки. Позвольте привести его цитату. «Когда человек приходил ко мне в контору, я знал, что могу заработать 20-30 тысяч долларов на одной сделке за несколько минут. Я видел его мотивы и потенциальные способности. И вскоре я переводил беседу с человеком на заключение сделки и разговоров о бизнесе на его отношение к Богу. Принял ли он спасение, активен ли он в церкви. Я начинал рассказывать ему, как можно вернуться к Богу и жить для Него. Я делал так, скажем, человеком. Мы видим здесь человека, призванного проповедовать на служение исцеления, человека, озабоченного духовной жизнью и нуждами людей. Он занимался бизнесом, но в то же время это было для него и служением. Компания не позволяла ему особенно этим заниматься. Однажды начальник подошел к нему и сказал: «Доктор Лейк, не хотели ли вы взять отпуск на 3 месяца? Проповедуйте себе, а потом возвращайтесь на свое место. Ваша зарплата сохранится, мы будем ждать вас, потому что мы не хотим вас потерять. Отдохните 3 месяца. Лейк сказал: «Хорошо, я согласен». В течение 3 месяцев он проповедовал. Он проповедовал в разных городах. Люди получали исцеление и принимали спасение. Он собирал большие аудитории слушателей. Он решает не возвращаться на прежнюю работу и не будет больше работать в светской организации, но будет проповедовать Евангелие, провозглашать спасение и исцеление. Он вернулся к своему начальнику и сказал: «Я не хочу 50 тысяч в год, мне не нужен мой офис,
Мне не нужно все, что вы можете мне дать. Не пытайтесь привлечь меня чем-то новым, потому что я решил, что всю оставшуюся жизнь я буду проповедовать Евангелие, спасение и исцеление каждому человеку. А что-то интересное произошло в жизни Лейка. Бог дал ему четырехчасовое видение. Я счастлив от минутного видения, а у него оно длилось 4 часа. Бог показывал и говорил к нему в течение 4 часов. Он видел видение о Сионе. Он понял, что должен ехать в Индианаполис, штат Индиана, и провести там евангелизационное собрание. И также видел кое-что о Южной Африке. Бог сказал ему, что он поедет в Южную Африку и проживет там часть своей жизни, будет миссионером и будет трудиться для него в этой части мира. Лейк согласился. Теперь Лейк знал, что ему нужно от Сиона. Он поехал в Индианаполис, снял большой зал и провел там собрание. Но однажды друг сказал ему: «Ты поедешь в Южную Африку, но для этого тебе потребуются деньги». Друг спросил его: «Сколько тебе потребуется денег?» Лейк должен был взять свою жену, 7 детей. В течение всей жизни у Лейка было 12 детей, и это была еще одна большая семья. Он сам вырос в большой семье, и поэтому знал, как управлять такой семьей. Поэтому можете представить, как в начале нашего века он берет свою жену, 7 маленьких детей, своего друга, его жену и детей, садится на корабль и отправляется в путь в Южную Африку, чтобы стать миссионером. Там он никого не знал, не знал, куда пойти после прибытия туда, у него не было денег, было только видение, в котором Бог сказал ему ехать в Южную Африку. И вот друг сказал: «Нам нужно помолиться об этом». Лейк ответил: «Я уже молился об этом», но друг настаивал: «Давай помолимся прямо сейчас». Они склонили головы и начали молиться. И тот человек после нескольких минут молитвы сказал: «У нас будут деньги». Бог сказал мне: «У нас будут деньги». Лейк сказал: «Хорошо, подождем». Через несколько дней они получили почту. И в одном письме было от 4 до 5 тысяч долларов наличными. Для них это была достаточная сумма, чтобы добраться до Южной Африки. Интересно то, что на пути в Нью-Йоркский порт им пришлось взять одного своего друга. И тот сошел с поезда на одной остановке. И с ним остались практически все деньги. Лейк обратился к жене и сказал: «Нам нужно купить билет стоимостью 10 долларов на проезд для этой женщины, сопровождавшей нас, но у нас нет денег, чтобы заплатить за него». Они склонили головы и стали молиться: «Боже, нам нужно 10 долларов на билет домой для этой женщины». Они помолились и дальше спокойно ехали до своей станции. Так они ехали без денег. Затем к Лейку подошел его знакомый и предложил отойти поговорить. Он сказал: «Я хочу вам дать эти деньги. Надеюсь, это вас не оскорбит». И он протянул ему бумажку в 10 долларов. Лейк взял эти доллары. Это был ответ на молитву. На эти 10 долларов он купил билеты для сопровождавшей их женщины, чтобы она могла вернуться домой, когда сами они отправлялись в Южную Африку. Они сели на корабль, но у них больше не оставалось никаких денег. Бог обеспечил ему деньги, чтобы добраться до порта и на билет на корабль, но больше у него денег не оставалось. С ним была жена и 7 детей. Они отправились из Нью-Йорка в Лондон, чтобы затем из Лондона отплыть в Кейптаун. У них оставалось около доллара и 25 центов. Это все деньги, которые у них были. У них не было достаточно денег, чтобы въехать в Южную Африку. Потому что, когда вы въезжаете в страну, там интересуются, сможете ли вы позаботиться о себе, не создавая расходов для этой страны. На корабле у него был только доллар с четвертью, и с этим он прибыл в Лондон. Там он дал 50 центов носильщику в гостинице и еще 50 центов при посадке на корабль. Теперь у него осталось 25 центов. Ему нужно было оставаться в гостинице в ожидании отправления корабля на Кейптаун. Там же им пришлось дать свои вещи в стирку. Он сказал жене: «У нас осталось только 25 центов, но я верю, что Бог позаботится об этом». На день или два они забыли об этом, но затем, ложась спать, жена сказала: «Нам нужно утром собирать свое белье из стирки. Нет ли у тебя денег? Представьте, что вашей жене не хватает денег, чтобы забрать вашу одежду из стирки». Они стали молиться. После молитвы Лейк пошел прогуляться, и на улице он встретил человека, который дал ему все необходимые деньги, чтобы забрать вещи из стирки.
потребовалось где-то $1.65, чтобы заплатить за стирку. Всего же у него было $2 или $3. Этого хватало на расходы на месте, но он отправился в Южную Африку снова без денег, и ему негде было там жить. С ним была его жена и 7 детей, его помощник Том, его жена с детьми и по-прежнему никаких денег. Когда вы прибываете в Южную Африку, вы должны показать работнику иммиграционной службы ваши документы, и он у вас также спросит: могу я видеть ваши деньги? Такое случалось со мной, потому что мне часто приходилось бывать в других странах. Меня спрашивают: надолго ли вы? Позаботитесь ли вы о себе? Покажите ваши наличные или чековую книжку. Вытащите их и покажите мне, прежде чем вас пустили в страну. И вы вытаскиваете свою кредитку, свои деньги и говорите: я могу позаботиться о себе, вы не понесете никаких расходов. Вам поставят печать в паспорте, и вы можете ехать. Когда они обсуждали это, Лейк сказал жене: нам нужно $120, чтобы только въехать в страну. Представьте себе человека с женой и 7 детьми, подходящего к таможеннику, вытаскивающего документы, паспорта, и тот говорит: покажите, сколько у вас денег. У вас ведь такая большая семья, а у него нет денег. Жена говорит: что мы будем делать? У нас нет денег. Не вернуться, не въехать в страну. Что будем делать? Он сказал: становитесь в очередь и посмотрим, что будет дальше. Они встали в очередь, ожидая контроля. Вдруг человек, стоящий позади него, постучал его по плечу. Лейк повернулся. Чем я могу быть вам полезен? Тот сказал: можно поговорить с вами конфиденциально вне очереди. Они вышли из очереди, а эти очереди бывают очень длинные, особенно при посадке на океанский корабль. Нам в Америке бывает дурно простоять в очереди на самолет, на котором летит 300 человек, что занимает 10-15 минут, а для корабля это время намного больше. И вот они вышли из очереди. Лейк не знал этого человека, тот сказал: я чувствую, что должен вам дать немного денег. Здесь $200, которые я хочу вам дать. Бог может ответить на вашу нужду прямо в очереди на иммиграционный контроль. Но это было еще не все. Им негде было остановиться после въезда в страну. Теперь у них было немного денег, вы можете потратить за один день за $25 на свою семью. Так что эти деньги улетучатся очень быстро. И вот когда они еще стояли в очереди на иммиграционный контроль, к ним подошла женщина, одетая как американка. Том со своей семьей стоял впереди, и она подошла к нему и спросила: вы американец? Да. Сколько человек едет с вами? Четверо. Я со своей женой и 2 детей. Нет, вы не тот человек, сказала она, и резко повернувшись, пошла от него. Она спросила у Лейка: сколько людей в вашей группе? Он ответил: со мной моя жена и 7 детей. То есть нас 9. Она сказала: да, вы тот человек. Прошлой ночью Господь сказал мне, что я должна прийти и встретить семью миссионеров из 9 человек. И предложить им мой дом на все время нахождения здесь. Итак, Лейк и его жена и 7 детей ехали в прекрасный меблированный дом, предоставленный им для жизни в Южной Африке. Такое должно было вдохновить вас, и показать, что Бог с вами. Он получил видение, будучи еще в Чикаго, в котором Бог сказал: ты должен поехать для меня в Южную Африку. Там ты будешь проповедовать, ты будешь создавать для меня церкви там, ты будешь совершать чудные дела. Кроме этого откровения у Лейка ничего не было. С этого началось его служение. Это противоречило человеческой логике и образу мысли людей. Они хотят, чтобы у них сразу были деньги, чтобы все двери были открыты. Я думаю, что это прекрасно. Но обычно такого не бывает. Когда я смотрю на персонажей Библии и на людей из истории церкви, я вижу, что самые великие служения начинались с одного лишь откровения. Откровения от Бога и уверенности в сердце, что Бог обеспечит все нужды. Лейк доверился Богу, когда ему по почте прислали
$2000. Это было только началом. До этого он нуждался в $10 на билет на поезд для женщины, сопровождавшей его семью. Затем у него остался доллар с четвертью, из которых он должен был отдать доллар за услуги на пути из Англии через Атлантику. Дальше ему нужно было заплатить $1.65 за стирку, и у него оставалось 25 центов, и незнакомый человек на улице дал ему несколько долларов. Так он смог со всем рассчитаться. Затем в Южной Африке он стоял в очереди, не имея денег, и ожидая, пока его спросят о них. И когда в кармане не было ни цента, мужчина постучал по плечу, вывел из очереди, говоря: «Не знаю почему, но я чувствую, что должен вам дать $200». Я уверен, что Лейк сказал: «Конечно, я возьму их». Он взял эти деньги и вернулся в очередь. Он получил деньги, стоя в очереди. Это совсем небольшие деньги, но в те годы это было немного больше, но все равно мало, чтобы позаботиться о 9 человеках, включая себя, и еще 4 других. После чего появляется американка и говорит, что Бог проговорил к ней прошлой ночью: «Приезжайте у меня, миссионеры, из 9 человек, встреть их и дай им свой дом». И в 3 часа того же дня у них был собственный дом, а у каждого из детей было по отдельной комнате. Они начали свое великое служение в Южной Африке. Служение Лейка в Африке было феноменально. Вам так покажется, когда вы читаете все истории и свидетельства об этом служении. Я записываю любимые истории. Некоторые из них я услышал от его дочери. За несколько лет до ее смерти я познакомился с зятем Лейка, с его дочерью. В то время я жил в Тулсе. Я знал, что они в городе. Я позвонил и попросил разрешения зайти и взять интервью. Они согласились. Я пришел, чтобы взять интервью. Дочь показала мне все фотографии доктора Лейка и каждый раз рассказывала мне об эпизодах жизни, с которыми были связаны эти фотографии. Она рассказывала мне различные истории, которые она знала о нем. Моя любимая история о том, как он приехал в Африку, и там свирепствовала чума, и люди умирали. Многие люди боялись касаться умерших, потому что так они могли сами подхватить это заболевание. И действительно, так люди заражались этой болезнью. Но Лейк не боялся. Он брал лопату и помогал тем, кто погребал умерших, чтобы люди не могли заразиться и умереть. Врач пришел и сказал: «Вы понимаете, что вы делаете? Вы обрекаете себя на смерть, прикасаясь к этим телам. Мы не знаем, как передается это заболевание. Но если вы имеете дело с умершими, без видимой защиты, то вы умрете». Лейк ответил: «Когда болезнь касается меня, она погибает, и со мной все будет в порядке, ибо мы знаем, что закон жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Поэтому закон, который я имею во Христе Иисусе, дает мне силу над этой болезнью». Можете поместить бактерии мне на ладонь и увидите, как они умирают. Наконец, он привлек к себе внимание врачей и ученых. Они сказали: «Хорошо, проведем эксперимент». Они взяли слюну умершего и поместили ему на руку. А руку поместили под специальный микроскоп и увидели, что бактерии начали умирать. Он так и не заболел. Он находился в числе людей, погребающих умерших. Врач спросил: «Как и нам получить то, что имеете вы?» Лейк ответил: «Получать, если хотите. Это приходит через Иисуса Христа. Духовные законы подчиняют себе законы физические, когда вы верите в них и принимаете их как откровение. Не как научные факты, а как откровение в своем сердце. И тогда вы можете делать эти вещи». Он говорил: «Закон жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона смерти и греха». Закон смерти и греха не имел над ним силы, и это было доказано. Есть еще одна интересная история, которая мне очень нравится, о его периоде жизни в Южной Африке. И повествует о евангелизационных кампаниях, среди которых среди местных жителей Южной Африки. Каждый раз, когда он выезжал куда-либо в Африке, к нему приходило множество местных жителей, потому что у них не было такого количества врачей, больниц и остального, что мы имеем на Западе, особенно в Америке, с ее научным прорывом создания новых лекарств. Там не было доступа ко всему этому, и поэтому, когда приезжает христианский служитель с даром исцеления, у людей появляется надежда, и они бегут к нему и верят, что
Он им говорит и принимает исцеление. Вот что сказал Уигглсворт о служении исцеления. Я предвижу, что настанет день, когда будет трудно людям принимать исцеление, потому что у них появится много лекарств, к которым люди будут прибегать помимо Иисуса Христа. Такое происходит сегодня в Америке. Но в других странах у людей нет такой возможности. Бог для них единственная надежда, и они получают исцеление очень быстро. Я так раз видеть это. Я хочу, чтобы в Америке люди сказали: да, у нас есть больница, но вначале мы обратимся к Богу. Однажды, когда Лейк проповедовал, ему понадобилось срочно уйти. Больные лежали вокруг него, и он молился за них. Но он не мог больше оставаться там. Приближалась ночь, он должен был возвращаться к своей жене и детям. И он сказал: посмотрите все на этот камень, возле которого я стою. Смотрите, что я сейчас сделаю. Я возложу руки на этот камень и попрошу Бога помазать это место. И каждый, кто болен, приходите, прикасайтесь к этому месту, и когда вы сделаете это, сила войдет в вас, и вы примете исцеление. Можете себе представить, сколько африканцев рвануло к этому камню, стараясь коснуться его. В книгах по истории говорится, что когда люди касались этого камня, их кривые руки выпрямлялись, пальцы, отвалившиеся в результате проказа, снова вырастали. Происходили все возможные чудеса. Один человек сказал: я не верю в эти истории. Я не верю, что кто-то может положить руку на камень и сделать такое. Здесь был какой-то волшебный контакт или передача силы, но он лишь вложил свою веру. Он высвободил то, что имел. А они принимали это и исцелялись. Я знал одного человека, который помолился над кусочком жевательной резинки и послал ее своей душевно больной сестре, потому что ему не позволяли молиться за нее в клинике. Когда же она начала жевать эту жвачку, ее разум пришел в нормальное состояние. И теперь она имеет работу и живет нормальной жизнью, и все это благодаря помазанию. Не ограничивайте возможности Бога. Позвольте Богу быть Богом. Вот еще одна история, которую я услышал о Лейке. Однажды он со своим другом молились в одном месте. На той территории в Южной Африке свирепствовала страшная болезнь. Большинство людей в той местности были больны, и многие умирали. Похороны следовали одно за другим. Лейк предложил помолиться за них, за этих людей. Они преклонили колени и стали молиться за людей, проживающих в той местности, чтобы Бог явил свое чудо. Лейк рассказывал, что он со своим другом получили панорамное видение всей этой территории. Бог отодвинул в сторону естественные способности видеть и дал новую способность через Духа Святого. Они увидели духов зла в этом городе. Затем они начали в духе двигаться по направлению к нему, к этому городу. Вдруг они увидели, как сотни нечистых духов стали оставлять людей, живущих там, покидая дома. На следующий день врачи не понимали, что произошло, потому что люди просыпались утром и чувствовали себя превосходно. И через два дня все в этом городе были здоровы. Все выздоровели, и многие уже работали, делая что-то дома. Вы скажете: я не видел ничего подобного. С вами этого не происходило, потому что вы не верили. С Лейком такое происходило, потому что он в это верил. Многое может произойти, если бы люди только верили Богу и молились. Как-то раз Лейк рассказывал историю о женщине, за которую он молился. Здесь интересно то, как он молился. Лейк находился в большом молитвенном собрании, когда его пригласили проповедовать. Он стоял на сцене и молился. Внезапно он увидел лучи света, направленные на него и влекущие его в сферу духовных переживаний. Он начал перемещаться через пространство над просторами африканского континента, пересек несколько морей и оказался на территории Уэльса, Великобритании. Попал в лечебное учреждение для душевно больных людей. Он стал молиться за одну женщину. Ее разум вернулся к ней, после чего он медленно вернулся назад. Он сделал запись в своем дневнике. И несколько недель позже он побывал в Англии, и именно в том месте. Он спросил там у людей: не происходило ли чего-то странного здесь? Ему сказали: странного-то ничего не было, но у нас есть хорошие новости. К одной больной вернулся рассудок. Она встала поутру, и к ней вернулся рассудок. Когда сравнили медицинский отчет с дневником Лейка, оказалось, что эти события совпадали по времени. Это было время, когда Лейк оставил свое тело и был перенесен в Уэльс из Южной Африки и молился за больную женщину. Это было одно из удивительных чудес, произошедших в его жизни.
Как я уже говорил вам в этой серии занятий, мы должны обо всем знать правду. В Южной Африке у Лейка произошла ужасная трагедия. Не подумайте, что я критикую его или негативно о нем отзываюсь, но я думаю, что из этого мы можем извлечь большой урок. Говоря об этом, я не перестаю его уважать. Его жена Джинни умерла в Южной Африке. Она умерла от недоедания и истощения. Ей приходилось заботиться о 7 детях дома, но также нам надо понимать, что ее дом был местом исцеления людей, которые приходили, ложились на лужайке перед домом Лейка, и когда он отсутствовал, и его жене приходилось готовить пищу для своих детей и всех приходящих людей. Она заботилась о больных, молилась за них, служила им. Она отдавала себя до предела, из-за которого она просто лишилась жизни. Первые семеро детей, им было трудно смириться со смертью своей матери. Представьте, когда вы просыпаетесь однажды утром в чужой стране, и какие-то люди уже заглядывают к вам в окно, так что вам даже не виден восход солнца. Вы выходите во двор и не видите там своих друзей, пришедших поиграть в футбол, но только одних больных людей, стоящих перед вашим домом, и ваша мать уже готовит завтрак для них и для вас. Вы сидите за столом внутри и видите, как на улице она кормит больных, как она становится все бледнее и худее, и однажды вы просыпаетесь и видите, что ваша мать умерла во сне. Такое трудно пережить кому угодно, особенно детям. Первые семеро детей Лейка стали его врагами на всю жизнь. У него были и другие дети, но те, которых мы видим сейчас, и до сих пор питают глубокую ненависть и неприязнь к своему отцу. Почему? Потому что они винят его в смерти своей матери. Многие из них до самой смерти испытывали глубокую неприязнь к нему. Потому что они винили его в жизни своей матери. Однажды один из них, лежа на больничной койке, сказал: «Жаль, что здесь нет моего отца. Тогда бы у меня не было этих болей, если бы он помолился за меня». Они верили в служение исцеления, но им так и не удалось избавиться от эмоциональных травм в результате смерти матери в чужой стране. Когда эти дети достигли возраста 15 лет, они приехали в Канаду, занявшись мирскими делами, начали жить во грехе и оставили Господа. Я даже сомневаюсь, что они умерли с верой в Бога, потому что из некоторых источников мы узнаем, что они умерли, утратив всякую веру в Него. Затем, зачем я говорю вам об этом? Совсем не за тем, чтобы показать свое уважение, свое неуважение к доктору Лейку, потому что он достоин уважения. Мы читаем его письма и видим, что если и было что-то, что нужно было изменить, то это было управление его служением в Южной Африке, потому что утрата жены была для него величайшим горем. Он оставил своих детей на время в Южной Африке со своим помощником Томом, чтобы поехать в Англию и собрать немного денег для служения. Фактически это были деньги для проезда детей обратно в США. Он собрал деньги, привез детей и уехал в городок Спок, штат Вашингтон. Позже он снова женился на замечательной женщине, и у него появились новые дети. А в сумме у него было 12 детей. Дети от второго брака относились к нему с большим пониманием. Может быть, потому что у них не было таких травм и ситуаций в жизни. Переехав в штат Вашингтон, Лейк стал известен как человек, открывающий дома исцеления. Он учил людей техники исцеления, как он это называл. Для того, чтобы стать техником исцеления, вам бы потребовалось найти себе больного человека и оставаться с ним, пока он не исцелится. И тогда вы могли идти домой. У вас могли быть свои планы, вы могли назначить с кем-то встречу, но затем вы пошли молиться за больного человека, и вы не должны были возвращаться или идти на учебу, пока он не поправится. Вы оставались там, читали ему Библию, помогали, служили ему, пока он не получит исцеление. Иногда это занимало несколько часов, иногда несколько дней. Некоторые возвращались через полторы недели, но больной всегда получал исцеление. Лейк со своими техниками исцеления
совершили 100 тысяч чудес, имеющих документальное подтверждение за 5 лет. Считалось, что город Спок был самым здоровым городом во всей Америке. А мэр этого города говорил, что это было благодаря служению Лейка. Люди начинали слышать истории обо всех этих чудесах, об исцелении мальчика, неспособного уходить от других случаев. Они шли в дом исцеления, как в больницу. Когда вы приходили туда, у вас спрашивали, чем вы больны, изучали ваше физическое и духовное состояние, затем давали вам духовное предписание, то есть говорили, о чем молиться и что исповедовать. Что читать в Библии, и чтобы вы пришли через 10 дней, чтобы вас снова обследовали. Так они работали в домах исцеления. Иногда людей доставляли туда, а обратно они могли бежать. Врачи хотели исследовать правдивость сообщений, приходящих оттуда. Лейк сказал, приходите, у нас все документально подтверждено. Когда они прочитали первую страницу, то сказали, мы ничего не понимаем, мы не можем с этим разобраться. Они приходили в свое расследование уже через несколько часов, потому что своим разумом они этого не могли постичь. В документах они читали, была такая-то проблема, теперь ее нет. Дальше говорилось, мы подтверждаем истинность этого. У Лейка было замечательное служение исцеления. Он много путешествовал по Америке. Его уважали, он вел переписку с Чарльзом Пархамом. История их взаимоотношений очень интересна. Чарльз Пархам, живший в тупике штат Канзас, проповедовал в церкви Лейка. В тот вечер к Богу обратился Гордон Линдси. Гордон Линдси построил библейский колледж «Христос для народа». Также Бог использовал его несколько лет, чтобы помогать руководить служением Варнава в деле координации его работы и поддержанию мира между пятидесятниками и евангельскими христианами. Он руководил этим служением, стараясь хранить гармонию, поддерживать движение вперед. И этот человек обратился к Богу в церковь Джона Лейка. Я еще кое-что расскажу вам. Я жил в городе Спок, штат Вашингтон, и читал много книг с проповедями Лейка. Его вторая жена сидела в первом ряду и записывала все, что он говорил, и все, чему он учил в школе. Вот почему сегодня мы можем читать так много его проповедей. Многие миллионы христиан во всем мире могут получать удовлетворение от чтения его учений об исцелении и освобождении. Он также научился проявлять заботу о своей семье. Это важный урок, которому мы можем научиться у Лейка. Его дочь как-то рассказывала мне, внимание со стороны моего отца было чем-то особенным. Вокруг него всегда были люди. Он постоянно ездил. Мы знали, что он нас любит. Но его внимание, когда он говорил с нами, все это было чем-то необычным. Однажды он обещал взять меня с собой в ресторан и провести со мной вечер. Это было для меня как подарок на день рождения или на Рождество. Я была так взволнована. Пойти вместе с папой в ресторан. Мы пришли в ресторан покушать. Они сидели и о чем-то говорили. Как внезапно он вскочил с места со словами. «Теперь я знаю, как закончить эту проповедь». Он оделся и вышел из ресторана, оставив свою дочь за столом. Только когда они сели в машину, она сказала, «Ты забыл меня. Мне нравится доктор Лейк. У него было так много хорошего. Однако в определенные моменты нам нужно быть в большем соприкосновении с этим миром. Я думаю, что он получил хороший урок в Южной Африке, когда потерял свою первую жену. Он должен был многому научиться, воспитывая 12 детей. Иногда служители позволяют работе съедать все свое время. Она съедает время, которое вы должны отдавать детям, и у ваших детей появляется горькая обида на служение. Вот почему у вас могут быть проблемы, когда подрастают ваши дети. Вы должны понимать пару вещей. Первое, чтобы ни говорили люди, позвольте вашим детям быть детьми. И иногда они судят по одной мерке своих детей, а по другой мерке детей пастора и помощника пастора. И люди сравнивают детей по этим стандартам и не позволяют детям оставаться детьми. Каждый ребенок должен подрасти, и каждый из них должен научиться, как делать определенные вещи. Конечно, дети пастырей могут лучше знать Писание или лучше петь в хоре воскресной школы, и люди уже готовы применить к ним множество различных правил и стандартов. Мне такое не нравится.
в своей церкви. Я просил людей относиться к детям наших пастырей так же, как к своим собственным, и не ожидать от них чего-то большего, чего-то, что они не могут ожидать от своих. Чтобы у них не оказалось никаких неоправданных ожиданий применительно к этим детям, чтобы у детей не складывалось мнение, что они обязаны достичь этих стандартов, но не могут, и от этого они неудачники. В этом случае они вырастут с горечью и озлобленностью в сердце. Вот что еще случается с пастырями и детьми, если они не уделяют им времени. Иногда у них нет времени для своих жен, и очень скоро жены начинают ненавидеть служение мужей, потому что это служение отняло у них мужей. А все потому, что мужья не могут определить приоритеты и поставить семью на первое место, а служение на второе. И тогда возникают проблемы, и скоро они приходят к разводу. Дети целиком уходят в мир и начинают искать совета и поддержки у других людей. Я вырос в пасторском доме, и я знаю, что иногда там происходит, когда дети тянутся к другим людям и знают больше о другом человеке из церкви или о соседе, чем о своем отце. Прозрение у родителей наступает порой слишком поздно. Я надеюсь, что мои слова заставят вас задуматься. И вы посмотрите на себя и скажете, что-то надо менять. Если вы приобретете весь мир, и вам скажут, молодец, это здорово, но при этом потеряете свою жену и своих детей, и свое влияние, свои способности, благословения, которые вы должны иметь в своей жизни, то все, что вы приобретете, это ничто. Я понимаю, что приоритеты важны, и важна популярность. Но не так, как ваша жена и дети. Большое имя, большое служение, большая церковь – это все хорошо, но не так, как любовь и преданность и верность вашей жены или гармония между вашими сердцами. И это не так важно, как воспитание ваших детей. Пусть они скажут вам, мои родители стали огромным благословением для меня, неправильно меня воспитали, я почитаю их. Многие родители слышат, как их дети проклинают и презирают их, и говорят гадости на них. Где вы были, когда я нуждался в вас? И вы не сделали того-то, что мне было нужно. Вы скажете, Роберт, ты не знаешь, через что я проходил. Да, но у вас по-прежнему есть жена и дети, и они должны быть приоритетом для вас. Ставьте их на первое место. Я часто говорю это студентам библейского колледжа. Прежде чем у Адама появилась жена, у него была работа. Получив жену, он не заботился о ней и потерял работу и дом. Так будет и сегодня. Если вы не приведете в порядок свою семейную жизнь, если у вас есть жена и дети, и вы хотите сохранить семью, пекитесь о них, обеспечивайте их, направляйте их, назидайте их, и не только одними словами, но и своим примером. Потому что иногда дети берут пример не с ваших слов, но с вашего стиля жизни. И то, как мы ведем себя в семейном кругу, станет для них образцом поведения в обществе. Бог видит, что вы делаете, и также Он слушает, что вы говорите. Ваш стиль жизни в семейном кругу станет основным критерием оценки вашей жизни с Богом. Вы можете быть замечательным человеком перед другими людьми. Вы можете быть самой харизматической личностью, говорящей слова любви с обворожительной улыбкой, с умением проповедовать. Но когда вы сходите со сцены, вы становитесь другим человеком. Вы совершенно нелюбезны. И наступает день, когда ваша жена говорит, «Я больше тебя не люблю. Я хочу побыстрее избавиться от тебя. Ты мне больше не нравишься. Мы совершенно разные люди». Мы не должны так жить. И мы должны принять решение. Многие пятидесятники и харизматы хотят помазания. Ваше решение приносит вам помазание. Мы хотим помазания для принятия решений. Вот откуда возникают проблемы. Мы должны понять, что наше решение о том, как жить, как поступать, как говорить, будут привлекать нам помазания. Нам следует принять решение о том, какой должна быть наша жизнь дома, как учить своих детей и выполнять это решение. Люди приходят ко мне в офис и говорят, «Моя жена хочет заставить меня». Когда вы начинаете разбирать это дело, вы говорите, «Почему бы вам не принять решение и не сказать, что вы в какой-то день не сможете быть на службе и что вы хотите побыть со своей семьей?»
потому что у вас день рождения или годовщина или праздник. Или же вы говорите, я не буду проповедовать в этот день, я не хочу уехать в этот день, я хочу побыть со своей семьей, я хочу насладиться общением с ними. И в эти последние дни перед нами встают трудные задачи. Это сохранение христианских семей. Для этого нам нужны верные решения, молитва, противление дьяволу, праведность жизни. Неважно, какая стоит тьма кругом. Вы в кругу своей семьи, со своей женой и со всем, что Бог вам дал. Но вам нужно заботиться об этом. Вам нужно защищать и развивать ваши отношения. Мы можем научиться многим урокам из жизни Джона Лейка. Прежде всего, его упорство в служении исцеления. Он постоянно молился и размышлял, как можно сделать свое служение более эффективным. Люди приходили к нему со всего мира, чтобы он молился за них. Мне кажется, это печально. Даже хотя люди восхищались им и могли проехать сотни миль, чтобы добраться до дома исцеления в Споке, штат Вашингтон. Но там, откуда они приехали, тоже должны были быть люди, способные молиться за исцеление. Должен был найтись кто-то, способный изгонять нечистых духов и освобождать их. Печально то, что люди проезжали сотни и тысячи километров, тогда как должен был найти человек, который бы жил по соседству и мог за них помолиться. Это дело каждого из нас. Вы скажете, меня этому не учили. Тогда в какую церковь вы ходите? Может быть, эта церковь, куда вы ходите, ничему не учат или учат непонятно. Не ходите в эту церковь лишь только потому, что там красивое здание. Слава Богу за красивые здания, но важнее будет то, чему там учат. Чему учат ваших детей в воскресной школе? На чем они растут? Чему они учатся? Иногда вы идете туда, потому что это удобно. Но порой бывает удобнее проехать пару лишних километров по городу, чтобы попасть в церковь, которая учит Библии, которая учит праведности, и как быть служителем, и дети там учатся тому же. На такую церковь мне жаль потратить лишнего времени, усилий, средств, чтобы добраться туда. Нет ничего лучше духовного образования. Если у вас нет духовного знания, если вы не знаете, что Бог дает, тогда Бог не сможет использовать вас, ибо вы не знаете, что Его ресурсы открыты для вас. Многие люди страдают не потому, что дьявол их атакует, но из-за своего невежества. Библия говорит, что без знания гибнет народ. У них возникают проблемы, они рано умирают, случаются трагедии. Эти вещи происходят из-за отсутствия духовного знания. Мы создали великие университеты в Америке, Великобритании, в Азии, где мы можем учиться. И это прекрасно, иметь образование, специальную подготовку. Но помните, что духовное знание важнее всего естественного знания. Вы можете стать психиатром, но вы не сможете помочь своей жене и другим людям. Вот почему не совершают самоубийство. Духовное знание учит вас, как жить и добиваться успеха в любой сфере жизни. Всегда смотрите, чтобы вы были только на хороших семинарах, хороших церквях, местах, где вы со своей женой и детьми можете научиться тому, что есть правильно. Мне бы хотелось жить в Споке, штат Вашингтон. Я бы хотел быть в церкви Лейка. Я мог научиться быть одним из его техников исцеления, чтобы я знал, как молиться за больных, как служить им, как ставить их на ноги, чтобы они могли жить нормальной жизнью. Доктор Лейк умер в преклонном возрасте. Он прожил славную жизнь, но его смерть наступила в результате сердечного приступа. Всего их было у него три. После последнего он неделю находился без сознания, прежде чем наступила смерть. Почему этот человек, который верил в исцеление, мог умереть такой смертью? Одной причиной этого могло быть то, что иногда люди легко сдаются, сталкиваясь с трудностями. Я не знаю, какова была его собственная проблема. У меня нет ответов на все вопросы. Бывает, что у великих мужей веры хватает ее на всех, кроме самих себя. Это бывает было проблемой для Катрин Пульман. У него хватало веры на всех, кроме самой себя. Находясь на служении исцеления, смотрите, хватит ли у вас веры для собственного исцеления и здоровой жизни? Бог желает, чтобы вы жили по образцам Ветхого Завета, насыщенные днями, полные сил, благословляющие своих детей и дающие им их наследие.
после чего вы успокаиваетесь и получаете все то лучшее, что Бог хочет вам дать. Когда человек покидает эту землю, это не печальное событие. Это время получения награды. Когда праведник покидает землю, он переходит в лучшую жизнь, будучи свободным от этого тела и мировой системы. Часто мы печалимся, когда кто-то из нас уходит, но он идет, чтобы быть с Господом. Вы не прощаетесь навсегда, вы увидитесь немного позже. В книге Псалмов говорится, что смерть праведника драгоценна. Тогда ангелы парят над ним. Для него это время перехода из естественного мира к сверхъестественному. Никогда не бойтесь смерти. Мы знаем, что Божье исцеление, пока мы живем на земле, работает в нашей жизни, но приходит время оставить эту землю, когда вы прошли свой путь и пересекли финишную черту. Это не должно вас пугать, это время надежды. Потому что дальше вас ждут все красоты и вся слава, которая теперь ваша, и это навсегда. Я верю, что в этот день, когда Лейк оставил этот мир, он завершил свой путь и перешел из этой жизни в иной мир. Сегодня он вместе со своей женой и детьми. Он общается со служителями, с которыми он когда-то проповедовал на земле. Я вижу, как они сидят за одним столом, ходят по улицам и говорят о величии Бога, которые они увидели на земле. Потому что люди в этой жизни не знают многих вещей. Они знают только свои дела, пока они здесь. И теперь они говорят об этом. Когда мы оставим этот мир в результате естественной смерти или второго пришествия Господа, некоторые из нас скажут: «Я спасся». Я не хотел бы дать Иисусу такой ответ: «Я сумел, я справился, мне было трудно». Я хочу жить без страха и с верой. Я хочу жить с силой, приходящей с небес. Я не хочу бояться и трепетать. Я не хочу ходить на сыпочках по земле, я хочу идти уверенной походкой. И пусть все знают, что я здесь, что я не боюсь дьявола, что я не боюсь врагов, и я не боюсь людей. Приходите, и я расскажу вам благую весть об Иисусе Христе. Многие люди боятся быть смелыми в Господе. Просите Бога смелости для вас. Лейк всегда был смел, но он не родился таким. Вокруг него умирали родственники, они были больны, страдали раком. Лейк сам был на пути к смерти, но однажды он встал и произнес замечательные слова: «Болезнь – это частичка смерти. Но я принял Иисуса, и Он дает мне жизнь. Я не буду совершать грехов, которые будут стоить мне жизни. Я не буду делать этого». Настал день, когда Он полностью освободился от болезни, и мы с вами можем жить здоровыми, исцеленными. А если вы сегодня больны, Бог может вас исцелить, укрепить, если вы вас зовете к Нему. Ваша вера рождается от Господнего семени, и с ней мы приходим к Богу. Бог вас коснется и исцелит. Одно прикосновение Его силы исцелит вас от всех болезней и проблем со здоровьем. Бог не против вас. Он вам их не давал. Бог на вашей стороне. И Он делает нам только хорошее. Я надеюсь, что во время обсуждения жизни Джона Лейка мы узнали максимально все, что должны были узнать. Мы услышали о многих фактах и свидетельствах. Надеюсь, что у вас есть книги с его проповедями, рассказами о его жизни. Я советую приобрести их для вашей библиотеки. Его проповеди и рассказы о жизни будут вдохновлением для вас. Мы молимся, чтобы те из вас, которые смотрят сегодня меня, имели собственное служение исцеления. Учитесь на правильных вещах в его жизни и на его ошибках, но не повторяйте их. Цените свою семью, служите Господу, будьте смелы, не стыдитесь говорить в полный голос и исцелять больных, и изгонять бесов. Помните, сегодня Бог продолжает исцелять, Он не мертв, Он живой. Я читал одну из этих книг много лет назад, когда я еще не молился за больных, но и сегодня я могу перечитывать эти книги, вдохновляющие во мне верой, помогающие моему разуму обновляться. Слова этого человека и вещи, которые он делал, оживляют мой дух. Да благословит вас Господь, и до скорой встречи. Джон Лейк родился 18 марта 1870 года и умер 16 сентября 1935 года.